и осенненькая, но ничего, все равно праздник чувствуется. В этом году, кстати, я, как ни странно, ощущаю праздник, что он приближается. В прошлом году мне как-то уныло было. Я думала, что у нас в Донецке уже не будет такой красоты. У Кати была там столько красоты. Я думаю, ну, попала в красоту. А тут, оказывается, так что тоже есть, чтобы похвастаться, показать. Есть куда приехать и посмотреть. Точно так же там было наложено джамба, еще где-то не помню. Сопутствующие товары. Градусник, ручка. Класс, интересный сувенир какой. Всевозможные конфеты, всевозможных подарков. Я бы такие обои хотела. Смотришь и думаешь, это я как путешествовала в разных странах и привезла открытки всякие, фотографии. Отпад. Вот это еще очень красиво. Тоже с путешествием связано. Я люблю путешествовать. Тоже новогодний. Они специально, видишь, сделали шампанское, все готово к Новому году. Они специально, видишь, так сделали. Отдел специально, чтобы сразу зашел и все новогоднее. Боже, какая красота. Ага. Ай, класс. И как раз тут все новогоднее. А, боже, какие Деда Морозы. Слышишь, а в том мы были, я таких Деда Морозов не увидела. Я там не видела таких. Или я не смотрела. Гномики. Деда Морозы, гномики. Снеговики прикольные, боже. Красота. Так, а нам нужна елка. Мы едем смотреть елку. Она. Это она, мы ее и забираем. Красоту. Синяя просто. О, спасибо. Ай, какие красивые. Мы пока ждем. Пока что мы ждем, что нам ту елку завернут. Поэтому я могу как раз погулять и наснимать красоты новогодние. И всем показать. Ну, это так, знаешь, вот подарить сувенирчик детей в дом. О, весь огромный отдел красоты, детского счастья. Боже, а там, глянь, какой детский городок играть. Красота какая. Пока нашу елочку пакуют. Самую красивую, самую дорогую. Я обойду. Всю красоту обойду. Ой, как празднично и красиво. Приятненько. Очень приятненько находиться здесь, боже. Красота какая. Хендмейд. Это хендмейд, да. Какая красота. Ты смотри. Очень красивая.